совсем уже перестал как-то бояться безопасности, о том, что может кто-то прийти да забрать велосипед. Стоит себе не пристегнувшим целую ночь. Нормально, нормально. Интересно, мне так же поступать и в европейских странах, или только... И только в Турции это возможно. Подъем. У меня в городе до работы и то немножко поменьше, чем тут просто. Один подъемчик, 4 километра, 7 градусов. Отлично, значит, почему бы нет? Сейчас едем вдоль почти границы с Грецией. Вот она прям слева у нас. И мы будем подходить еще ближе. И вот, когда уже совсем будет близко, я подниму дрон и посмотрю, можно ли там летать. Вообще, как там, в Греции-то? А сегодня я уже планирую быть на болгарской границе и, возможно, пройти эту границу даже без ПЦР-теста. Может быть, и повезет, может быть. Вон там, Греция, я ее даже вижу, маленькие городка, маленькие деревушки, вот там все там. Сейчас мы попробуем поднять мой дрон. Тут совсем недалеко от границы, да, и я могу ехать спокойненько. Здесь у нас граница Турция-Болгария. Надеюсь ее пройти. Очень сильно надеюсь на это, чтобы не было никаких трудностей всякими тестами и всего остального. Ну что, погнали. Все ближе подъезжаю к границе. Еду я как будто автомобиль. Вот у нас здесь какая-то очередь здесь. Пешеходного, наверное, нету. Или есть, я не знаю. Здесь грузовые заезжают. В общем, тут, конечно, фур очень много. А вот легковых, ну, вот одна очередь получается. Сколько? Ну, 10-15 машин максимум. Вот. Проблем нет, за 2 минуты я прошел. Вот, но выезд, конечно, да, это одно дело. Вот сейчас будет заезд, вот это вот здесь самое интересное. Здесь меня пропустят без ПЦР, потому что я что-то здесь вообще никаких медицинских учреждений, ничего такого вообще не вижу. Вот прикольно будет, если меня назад развернут, скажут, едь на в город. Да, все-таки не отпустили без ПЦР-теста. Нужно делать его в городе. В Болгарии сказали, или давай адрес, 10 дней будешь в карантине находиться, или вернешься в Турцию и сделаешь вот в городе ПЦР-тест, и завтра приедешь. Вот, но тут такая штука была. В общем, мне поставили штампы, что я уже выехал.
все вроде бы уже неплохо, у меня уже стоит штамп в паспорте, поэтому я могу просто покинуть просто погранзону и поехать дальше. Потому что штамп уже есть, значит, все хорошо, все. Но я все же вернулся и сделаю ПЦР-тест. На будущее просто буду знать, что нужно обязательно делать, когда буду заезжать и в Македонию, и другие страны. Придется делать тест. Так, я нашел способ. Здесь у границы, оказывается, можно сделать ПЦР-тест. Платишь 170 лир и 3 часа ждешь. И не надо ехать в город. Очень удобная вещь. Я уже думал, сейчас буду 20 километров назад буду ехать. Хотя можно Болгарию и так было проехать без этого ПЦР-теста. Так просто получилось. Вот здесь проходит оплата. И надо ждать потом 3 часа. Я здесь посижу. Мне уже взяли эти анализы. И надо, в общем, ждать 3 часа. Второй раз штурмуем границу, но уже теперь у меня с тестом. И тест у меня негатив. Отлично. Мне кажется, еще минут 15 я буду в Болгарии. Две длинные очереди. И вот преимущество велосипеда. Я их просто еду. Объезжаю, так сказать, их всех. И все. Даже еще меньше, чем 15 минут. Потому что все очереди я же не стою, как эти автолюбители. Я просто проезжаю их. Вот. Все, показал ПЦР-тест. Хотя можно было бы и в первый же раз просто ехать и не останавливаться. У меня просто уже был выход, получается. Ну, как бы все окей. Но я думаю, ладно, сделать надо все нормально. ПЦР-тест надо сдать. И поэтому я вернулся. А так мог бы сразу с первого раза и заехать. Свиленград – это первый город после границы с Турцией. Вот. Хочу посмотреть, что это такое вообще интересного есть. И, наверное, свалить дальше в лес. А может быть, подключить интернет какой-нибудь, Orange или шумти еще, что-то типа того, что можно использовать по всей Европе. Тут пока что одни гостиницы с казино. Я вот ехал с Турции, и одни гостиницы казино, реклама казино всяких, вот Принцесс казино, Макао казино и тому подобное. Такую я ж ягоду нашел, ежевика, и она, посмотрите, она спелая. Какая сладкая. Ё-моё! Какая сладкая ягода! Да и большая, посмотрите! Изюминки текут, смотрите, какая огромная! Ням-ням-ням! Блин! Руки! Ё-моё! Какая сладкая! Я не могу. Блин, какая вкусная ягода. Ставим здесь палатку на это место. С таким вот шикарнейшим видом. А, да. Насчет Болгарии. Я хотел поехать вдоль деревень, как всегда, как обычно. Вот. Но что-то сейчас проехал вдоль вот этих вот маленьких поселков. И что-то придумал я это делать, потому что дороги-то не очень-то хорошие, виды тоже не очень классные. И вот эти вот два параметра мне говорят то, что лучше надо держаться основной там дорожки, ехать, как показывает Maps.me,
Я же сейчас завернул по таким трассам, еле там нарисовал. Потому что MapsMe так не рисуют. Я думаю, надо посмотреть страну, надо посмотреть эти вот маленькие поселки, а потом уже... Вот, я посмотрел, мне как бы не на этом велосипеде надо ехать, а на МТБшном, еще шире колеса, спускать покрышки до 2 атмосфер, 1,5, тогда нормально будет ехать. Тогда это же, куда это годится? Вот, я думал, тут будут горы какие-то большие, а здесь в основном только маленькие такие спуски, сопки такие, ну ничего, в общем, особенного. Боже, думал, какие-то будут деревеньки красивенькие, но ничего так, собственно, не выходит. Поэтому я сейчас буду немножко держаться основной дороги и поеду на столицу Болгарии. Вот, а уже оттуда в Сербию. Вот так. Велосипедисты-путешественники, не мотоциклисты. Ха-ха. Здорово. Ну, наверное, ну, оно видно, что это западные путешественники на велосипеде едут. И видите, они по этой же дороге, что и я еду, потому что здесь в Болгарии ловить нечего. Одна дорога, в принципе, и можно только по ней передвигаться. Вот я так же и поступил. Проезжаешь, и постоянно я вижу вот эти вот пропал, и не знаю, во всех местах, как будто здесь полстраны куда-то уехало, или что же с ними случилось, они везде, повсюду они висят. Неоднократно вижу русские машины, мне прям это на душу как-то. Лада везде, или это ВАЗ, как это называется, ВАЗ, кажется. Вот такие машины достаточно такие популярные, я бы сказал бы, в Болгарии. То есть русский автопром здесь любят и уважают. Я бы даже так сказал бы, в деревнях, не знаю, даже, наверное, наполовину. Наполовину иномарки и наполовину русские машины. А, вот это слева у меня, то есть справа. Справа от меня это велосипедная дорожка и пешеходная дорога, которая раздолбанная вся. От начала до конца. Должен, по идее, я по ней ехать. Я ее по карте смотрел, чтобы... ехать по велосипедной дорожке, ну вот, как по ней проехать? Никак. Велосипедная дорога. Это Болгария. И знаете, я с первого дня понял, что нужно мне валить быстро с нее. Так как я ожидал другого совсем. И не только, кстати, я. Например, тоже турки, то же самое. Что они ожидают, что мы въезжаем в Евросоюз. И хотя это не Евросоюз, конечно, Болгария. Но хотелось бы какая-то... что-то другое, хорошие дороги, природа, там, не знаю, велотрассы, культура, наука, образование, вот, и все это хотелось, да, а в итоге и нету ничего вот этого, даже и близко нету, и меня это очень сильно расстроило, потому что я думал, сейчас поеду по... как всегда, по деревенским дорогам, потихонечку поеду, буду рассматривать все. И как я въехал, во-первых, плохие дороги, узкие деревни. Сверху дрон я поднял, да, она вроде так все красиво, все круто, но если смотреть не сверху, а вот как едешь по дороге обычной, то это капец. Это... Я вот думаю,
Вот все говорили, что Беларусь это как там Советский Союз. Я сейчас с этим даже соглашусь. Потому что в Беларуси хоть пускай даже будет Советский Союз, но он чистый, понимаете? Вот все там ровненько, гладко, все убрано. А здесь Советский Союз курящего человека. Ни одно здание не покрашено, школы полуразрушенные, и эта страна хочет вступить в Евросоюз. Здесь столько работы. Мне просто, когда я въезжал в Болгарию, я это уже подметил, что везде мусор, на трассе мусор, реклама букмекерских контор, казино. Я думал, ну, может быть, дальше там что-нибудь-то получше будет. А нет, дальше еще реклама пошла не только в букмекерский контор, но и водки. Реклама водки, казино, азартных игр. А затем я заехал на бензоправку, и что там? А там продают алкогольную продукцию на бензоправках. После этого я понял, да, нужно быстренько сваливать. И знаете, Maps.me даже не находит дорог, чтобы как-то по деревенским дорогам там проехать. Даже Maps.me не находит дорог, чтобы я мог обычненько по проселочным дорогам проехать до Софии. Нет такого, нету. И мне приходится ехать рядом с автомагистралью. Здесь автомагистраль и здесь трасса. Так вот, эта трасса, по которой я еду сейчас в Софию, она раздолбана, это мягко сказать. Вообще, как бы, я не хотел... Я просто въезжаю в страну, я ожидаю от нее каких-то... что-то другого, да? И я не начал снимать то, что я вообще вот... Я вижу вот всю вот это вот... Все вот это вот настоящее я не снимаю. Потому что мне стыдно это вообще снимать. Что я здесь вижу глазами. Так что Болгарию я хочу быстренько-быстренько проехать. И все.